Я вообще не понимаю, почему мы не рассматриваем, что третий — это может быть еще один мужчина? Во-первых, никогда. Во-вторых, это мой юбилей. Секс наскучил. Сейчас реально интересно то, что до и после. Сам секс, ну, по сути, он у всех одинаковый. Где эта методичка? Что с этим делать до и после? Слушай, дальше на любимой части. Слышь, поехали ко мне, что время терять? Будет хорошо. Да почему я должна к тебе ехать? Так в этом прикол. Ты что, не поняла? Я просто захотела, поехала. Малая, что знала? Я хочу от тебя ребенка. Ты же Андрей? Ну, допустим, ты кто такой? Ты трахаешь мою жену, Андрюша. Берем дружбу между мужчиной и женщиной. Берем то, о чем все боятся говорить, особенно в сексе. Вуаля, секрет идеального брака. Будем всю ночь, будем всю ночь пить, чтобы не спать. Будем всю ночь пить, чтобы не спать. Блин, ей захотелось пиццу маленькую. Тогда две, на всякий случай.